В Запорожской области Украины кадыровцы убили 3 российских военнослужащих, которые отказывались воевать. Об этом сообщил руководитель Запорожской областной военной администрации Иван Арефьев. По данным украинских разведчиков, в Пологовском районе области начались массовые недовольства российских военнослужащих. Солдаты не хотят воевать из-за того, что им не выплачивают обещанных денег. Они хотят сдать оружие и ехать домой. По этой причине кадыровцы жестоко избили зачинщиков бунта и убили 3 из них.